как для профессиональных диджеев, потому что у него есть нечто большее, чем начинающий диджей может требовать. У него есть лупы, акью и сэмплер. Yes, loops, акью, сэмплер. Here we have your major knob, the main knob, and it controls all the software. В середине есть регулятор выбора композиции, перемещения по браузеру. Комплектуется программным обеспечением. В принципе, для тех, кто